Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами будет обзор на такую вещь, как металлоискатель. Давно мы хотели купить, собирались, и не один год думали, стоит, не стоит пробовать. Но наша мечта оказалась сильнее. Мы все же решили купить такую вещь, как металлоискатель. Значит, что мы планировали, в принципе? Хотели просто такой обычный купить, как вот, ну, как детские. Есть такие пластмассовые, в пределах там до 10 тысяч они стоят, там до 12. Вот. Но все-таки с месяцами и с годами мы пришли к выводу, что лучше купить, ну, более-менее средний. Вот. И наш выбор, он, как говорится, был сделан на такой металлоискатель, как Гаррет Аська и Евро 350. Значит, что евро, это и здесь уже он чисто на русском идет. То есть дисплей весь на русском идет. Обозначение, как вы видите, все уже здесь на русском. До этого мы хотели 250 брать. Вот. Ну, разница там не особо великая, как говорится. Но там разница и в катушке. 250-м она вот так как-то идет, ну, катушкой идет, а в этом тут 10 катушка и катушку вот так, то есть показывает. Когда вы водите, то есть угол больше идет. И мы решили, взяли все-таки 350. Вот. Значит, хочу сказать, что по весне они уже немножко, и с Нового года они подорожали тысячи на 2, на 3. Вот, зимой, конечно, скидки были существенные. Вот, но все равно они подорожали. Значит, взяли мы 350, и я думаю, что мы, в принципе, не ошиблись. По цене он стоит 20 тысяч. Гаррет 250, он стоит 15, от 15 и выше, в зависимости, где вы будете, в каком магазине, где дешевле найдете. Вот. Ну, решили лучше добавить 5000, более-менее взять, ну, существенные. Ну что ж, давайте вскроем и посмотрим, что там. Значит, как я вам сказал, здесь стоит новая мощная катушка DD от Гаррет. Вот. Дает модели и есть преимущество в поиске. Обеспечивает большую глубину обнаружения высокоминеральных почв в соленой воде. Длинная узкая форма магнитного поля обеспечивает прекрасную площадь сканера и лучшее разделение целей по сравнению с обычной катушкой. Вот. Значит. Вот, будем смотреть, что здесь. Значит, коробка. В этом наборе, что нам понравилось в эту стоимость, в 20 тысяч. Сам металлоискатель, вот такие наушники входили. И дальше, значит, наушники идут. Сам вот этот вот, сама ручка. Стержень сам. Это все у нас закрепляется. А сама идет катушка. Вот она, DD. Здесь у нас инструкция и чехол. Значит, у нас уже появилась
подарок был и наушники, и чехол на дисплей. Здесь инструкция, гарантия. Гарантия 2 года. И здесь еще диск. Диск установ такой есть. Вот, кто хочет посмотреть, ознакомиться. И то, что нам больше всего понравилось, это вот такой у нас рюкзак. Сейчас я коробку уберу, чтобы показать вам более все. Коробка, видите, как складывается? Удобно. Вот такая коробка. Нам ее упаковали в пакет, я ее спокойно довез до дома. Она не тяжелая. Вот он сам, вот сам, как говорится, металлоискатель. Какой он будет? Как здесь написано, удобный подлокотник. Вот, нам тоже сказали, что по сравнению с 250-м он намного удобнее. Ручка мягкая, очень мягкая. Если холодная погода, руки будут в тепле. Ну, как я вам сказал, дисплей на русском языке. То есть это тоже очень интересно, кто особо не понимает и не хочет заморачиваться. Четыре батарейки здесь входят. Так, трехсекционная штанга. И катушка сама DD. Значит, наушники идут еще. И сам чехол еще. Так, коробку я убираю и будем ее собирать с вами. Так, вот подарки наши. Сейчас я вам покажу, дорогие друзья. Вот что вошло. Вот все эти подарки, которые вошли в нашу стоимость, помимо металлоискателя. Значит, чехол от дождя необходим. Наушники, чтобы ходить, если с утра, чтобы не пикал он там это громкость, а через наушники тоже удобно. Вот. И сам рюкзак. Смотрите, какой хороший, прочный, из хорошего материала, хороший, нормальный для среднего человека хороший рюкзак. Просто с карманами всевозможными. Лямки толстые, то есть прошит везде, вообще ни одной нитки нигде не замечено. То есть качество, считаю, нормальное, отличное. Значит, вот эти наши подарки, которые мы с удовольствием получили. Но в некоторых есть еще подарки, там лопату еще дают. Но это в основном зимний период. Такие акции у них проводятся. Значит, откладываем подарки в сторону и начинаем собирать. Значит, вот такая ручка. Ручка просто обалденная. То есть она мягкая, вообще рука не устает. Здесь есть вот такая лямка. Здесь есть вот такая лямка. Пристегивайтесь. Просто фиксация вообще. Кто не хочет, может просто так ходить. То есть, в принципе, она, как говорится, ну, не мешает. То есть он все равно у вас упирается вот в кисть. Угол наклона сделан вообще оптимально все. Значит, собираем. Собираем. Вот такая штанга. Вот здесь все эта штука вот фиксируется у вас. Так, у нас без разницы, по-моему. Вот так зажимаются. И ну, давайте вот тут ее сделаем. Вот, раз. Одна. Дальше идет вторая штанга. Опять шарики зажали и ее сместили. Сейчас я вам немножко подальше ее сюда. Вот еще на одну деленце. Все. Собирается элементарно.
Значит, как вы видите, у нас уже вот не прошло минуты. Следующая вещь, которую мы будем подсоединять, с вами вот такую катушку. Вот видите, вот такая катушка села. Здесь покрытие вот. Особо не рекомендуют ее там об камни, тереть там об траву. Вот. Но это будет видно в зависимости, как все у нас будет происходить с вами. Значит, здесь вот так вот в позывы. Здесь вот резиночки такие вот устанавливаются, уплотнительные. Вот так вот все это дело у нас тут фиксируется. Вот такой болт пластмассовый идет. Все, откручиваем болтик, да? Вот. Открутили. И спокойненько вставляем. Сейчас я вам вот так, чтобы мне поудобнее. Вот. Вот. Видите, все встало. И гайкой мы закручиваем. Закручивается легко. Но опять же, я сильно не закручиваю, чтобы она, у нее был угол свободный. То есть спокойно она могла там под любым углом. Я его взял немножко там, не раскручивая гайку, и поменял угол. То есть вот так. Вот. Мне вот так будет достаточно. Дальше, что мы делаем? Обязательно нужно ее обматывать вот так вот. Мы ее вот так с вами вокруг стержня, шланг этот обматываем, провод. Значит, мы с вами ее вот так обматываем. Сейчас мы с вами обмотаем. Еще первый раз просто не можем, не привык еще сам. Видел, конечно, как все это делается. Но сам не пробовал. Значит, вот так вы его обмотали. Вот здесь штекер такой. Вот этот штекер у нас вставляется в это гнездо. Сейчас мы с вами его вставлять будем. Вот видите, он у нас встал. Все. Гаечкой закручиваем чуть-чуть. Вот закрутили, чтобы он просто не выпал. Сильно не надо закручивать, вам же его и откручивают потом. То есть опять свободно. Все, он у вас больше никуда не выходит. Так, вот, собственно говоря, вот такая штука у вас получилась. Все собрано. Значит, вот такой у вас получился металлоискатель. Весит он, видите, я его держу пальцем вообще просто вот одним. Вот он палец, я его держу, он легкий. Рука у вас не устает. То есть он не тяжелый, металл сам легкий, катушка тоже легкая. Вот. Водится он очень будет легко. То есть вот это мягкое все. Ну вот, собственно говоря, батарейки я вам не сказал. Значит, батарейки у нас ставятся вот здесь. Двумя руками вот так вот берете и сдвигаете. Значит, как вы видите, здесь стоят батарейки. 4 штуки. Но в будущем я думаю, что куплю сюда аккумуляторные батарейки, которые будут заряжаться. Ну и про запас, конечно, всегда в машине должны там, или где вы там по участку будете с ним ходить, или в другие места ездить, чтобы были дополнительные запасные. Вот так нагибается, все закрыли. Значит, ну и здесь, как говорится, я вам покажу просто, как включать, как включается он. Ну, функции тут все в принципе написано. Включается просто, вот пришли вы, вот он у вас.
включили, вы оставляете режим, чувствительность, там что вы ищете, там металл, не металл, цветные металл, дискриминацию, вот это все. И все, и начинаете, как говорится, производить свою работу, удовольствие ваше. Я думаю, что это справится даже и новичок, кто первый раз в этом деле, такие как мы. Вот. Я думаю, что это каждый мечтает о таком с детства. По крайней мере, мечтал купить и попробовать у себя на садовом участке походить, поискать какие-нибудь там, я не знаю, клады, если так скажем, в кавычках. Вот. То есть эта мечта даже ребенку любому это будет приятно. Так как и взрослому человеку. Значит, вот такой металлоискатель Гаррет мы приобрели. Что еще мы можем сказать? В принципе, мы рады то, что еще нам останется лопату, вот приобрести. Но лопату это мы уже в следующем обзоре будем тоже, когда купим, обязательно сделаем обзор на нее. Самое главное, что мы хотели, у нас металлоискатель по цене, по средней цене. Есть сюда вашу и входит и наушники. Кстати, не сказал вам, куда подключаются наушники. Наушники подключаются вот в это гнездо. Вот. В это гнездо. Сюда входит у нас катушка подключается, а сюда у нас идет наушники. Значит, дорогие друзья, вот, в общем, такая вещь, вот, которую, я думаю, что любой человек в своем детстве хотел иметь. Мы вам сделали обзор. Надеемся, что этот обзор вам понравился, что все равно кто-то будет смотреть и будет покупать. Значит, ну мы еще раз повторюсь, мы купили Гаррет Аська 350 евро. Вот так вот, такая вот здесь маркировка. Их бывает очень много всяких моделей по номерам. Вот. Но мы в пределах средней цены такую выложили. Также много всяких фирм, названий разных других моделей, производителей. Ну, мы решили купить такое. Значит, ну все, дорогие друзья. Это был обзор канала Морозки.ру. Обзор был у нас на металлоискатель Гаррет Аська 350. Вот, будем ждать весны. Будем ждать лета с вами. И будем пробовать что-то искать. Ну, а в дальнейшем по металлоискателю мы будем выкладывать наши видео. Что у нас получилось, как у нас первое, вообще первый поход был вот, с этим прибором, как он себя ведет. Мы это будем, как говорится, уже видео делать по осени, не по осени, а по весне, летом, как говорится. То есть все это будет еще впереди. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Надеемся, что наш обзор будет вам приятен. До скорых встреч на нашем канале. Пока!